Итак, друзья, снова за работу. На этот раз мы возьмем предметы из нашего сундука, куда до этого все предусмотрительно складывали. Это будут водяные стрелы и, пожалуй, еще несколько охотничьих стрел. Зачем я это делаю? Затем, чтобы быть готовым к любым испытаниям в городе. Посмотрим, что на этот раз. Похоже, у Баса неприятность, отправляемся в Хромой Бурик. Мы, в принципе, туда и собирались пойти для того, чтобы пополнить запасы еще, пожалуй, канатных стрел и мака. Ну какое же это правосудие, друзья? Это самый настоящий самосуд. Ну не будем расстраиваться. У нас еще много дел впереди, и поэтому нет времени для депрессии. Так, там идет стража, нужно отсюда побыстрее сваливать. Ну вот, мы и на месте. Таверна Хромой Бурик. Нет. Что ты делаешь? Гаррет, книга, которую ты для меня нашел, она пропала. Где Баса? Его утащил ловец воров вместе с кое-кем из моих озаренных. Он забрал ее. Как я не подумал, что барон это сделает. Ты говоришь, что моего друга избили и арестовали из-за той книги. Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней сокрыт ключ к спасению города, спасению всех нас от этого мрака. Но я знаю, что барон не использует ее во благо. И теперь она у него. Осознал, что эта книга очень важна. К счастью для тебя, она еще здесь. Баса не дурак. Книга. То еще чтиво похоже. Куда они утащили Баса? В крепость, но ее охраняют. Просто в дверь не войти. Это хорошо. Не люблю двери. Это невозможно. Однако, есть один вариант. Продолжай. Он свой, предан делу, хотел убить барона ударом в сердце и поэтому долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джейкоба? Увы, барон посадил его в Грейстоун в назидание всем, кто решит восстать против него. Его пытают, но он жив. Скупщика, а потом вытащу твоих озаренных. Мы с тобой во многом схожи, Гаррет. Ты несешь перемены. К
Когда-нибудь люди скажут тебе спасибо. Ты плохо знаешь людей, Арио. Посмотрим, знает ли что-нибудь этот Джейкоб. Его можно найти на Грейстоунской площади. Ну, знаете, у меня очень плохое предчувствие в отношении этого Ориона. Этот выпуск газеты мы уже прочли, поэтому нет смысла открывать газету еще раз. Ну что же, нас ожидает торговец, и может, слухи не врут? Пойдем уже по заданию. У меня есть товары для темных дел. Ну, покупаем максимум канатных стрел, конечно же, и, как я говорил, маг тоже приобретем. Ну, я бы еще приобрел, на самом деле, немного очков концентрации, но пока не горит. Тем более, выполняя задание, вероятно, нам может повезти с этим и где-то одно, а то, может быть, и больше очков концентрации мы найдем. Ну и немножко больше прокачаем нашего персонажа. Так, до цели сколько у нас? 80, ну почти 90 метров. Так, вон и стража. О-оу. Ну, пожалуй, можно сейчас проскочить. Так, быстро-быстро за ящики. И можно убегать. Ну вот, почти добрались. Хотя, пожалуй, эта точка может быть всего лишь переходом в другую часть города. Ну, сейчас проверим. Так, и что у нас тут? Тоже что-то интересное. Сейчас туда обязательно зайдем, проверим. Позвольте, я сейчас здесь заберусь наверх и гляну, что тут можно прикарманить. Увы, ничего. Высоко прыгать? Ну, наверное, да. Тут бы здоровье он точно потерял. Может быть, даже много. Посмотрим, это магазин Эктора. Эктор, я полагаю. Это ты, мастер вор? А кто твой друг? Это мой металлический человек. Труд моей жизни. Сложнейший часовой механизм. Он мог бы революционизировать город. Принести мне заслуженную славу, если бы не барон. Проклятый дурак. Он стал нетерпеливым, приказал уничтожить проект. Но я не мог разобрать моего металлического человека. Работа, Эктор. Что тебе нужно? Мой друг почти завершен. Беда в том, что меня предали те подонки, которых я нанял себе в помощники. Один завистливый болван даже украл механическую руку. И ты хочешь ее вернуть? Именно. Альфонсо. Похожий на хорька портной. Спрятал ее в лавке в Стоунмаркете. Верни мне устройство, и я тебе заплачу. Что ж, Эктор хочет, чтобы Гаррет проник в ателье Альфонсо и украл механическую руку. Ты колеблешься? Почему ты колеблешься? Ну, конечно же, сомневаюсь. Я не вижу, сколько я получу в твердой валюте. Я ладно, знал, возьмем. Что ты меня поймешь. Ателье Альфонсо находится в Стоунмаркете. Этот хорек наверняка спрятал руку у себя в лавке. Это мы узнаем. Без посторонней помощи, где он чего спрятал. Это у нас был ключ. Тоже особый. Давайте посмотрим, что у него тут в ящичках. Итак, письмо Эктора часовщику. Хватит игнорировать мои письма. Я знаю, ты заперся в своем доме. Я знаю, что у тебя сердце металлического человека. И я знаю, что механик пичкает тебя ложью. Ты выше этого, часовщик. Мы все еще можем собрать металлического человека вместе. Ответь скорее, или я отберу сердце силой. Не сомневайся, Эктор. Но это еще не все. Тут, похоже, будет горячая переписка. Это у нас воспоминания Эктора. И что в этом ящике? Письмо часовщика Эктору.
Эктор, ты ходишь по тонкому льду. Я не буду помогать тебе в этом. Сердце — плод моих изысканий. По-хорошему, я должен сообщить механику о твоем ужасном плане узурпировать проект механического человека. Если до меня дойдут еще какие-то слухи на эту тему, я приму меры, чтобы остановить тебя. Вот так. И воспоминания. Насколько их тут много? Ну, прилично. Ну, кстати говоря, интересный проект. Пожалуй, стоит ознакомиться с информацией. Механический человек готов после многих месяцев научных работ. Увидев мое изобретение, барон Норкрест попросил меня о прощении, но я ответил ему, что он опоздал. Город недостоин моего изобретения. Великолепие моего механического человека не оценят среди этого убожества. Я подарил свое изобретение Блэкбруку. Оно революционизировало индустрию и принесло процветание жителям этого великого города. В Блэкбруке устроили парад в мою честь. Глядя поверх голов восхищенной толпы, я вижу смутные контуры города. Крохотная, умирающая оболочка, которую вскоре будут вспоминать лишь как место рождения Эктора Ротчилда, механика-изобретателя-гения. Ну вот. На полях последней страницы нарисована непристойная карикатура на Альфонса, часовщика и барона Нордкреста. Я не могу работать, когда тут заперто. Плечо. Так, ну ладно. Давайте на выход. Что-то мне подсказывает. Операцией руководит не Эктор. Что вполне возможно. Итак, по целям. По целям нам здесь нужно пройти чуть дальше. По крайней мере, пока платят. Платят. Дело в том, что неизвестно вообще, сколько платят. Так, думаешь, тут пройти, не пройти. Будущее случится? Ха, интересно. А, ну, наверное, все-таки вот через это место нужно будет пробраться, раз тут перекрыто. Думаю, ну ладно, ничего страшного, сейчас вернемся обратно там. Вверх по лестнице и уже найдем дорогу. И до основного задания, и до этого дополнительного. Но, надеюсь, оно и вправду будет прибыльным. Хотя я бы не сказал, что остро нуждаюсь в деньгах. Стража с кем-то бастует. Я слышу голоса во тьме. Я слышу крики воронов. И что они кричат? Что кричат вороны? Они несут послание Ориона. Поют славу и кричат в искушении священного огня, чтобы схватить воронов. А, вот и мочок. Ура! Как хорошо. И мой любимый звук. Это значит, очень ценные вещи мы тут с вами найдем. Заманить и развести. Угу. Но уже под цифрой 1. Ну что ж, по-моему, здесь все. Тут мы закончили. А, кстати, знаете, какое полезное улучшение для Гаррета будет? Я думаю, что очень полезно будет улучшить снижение расхода концентрации. А то оно... Это значение сейчас очень велико. Быстро расходуется, однако. Ну что ж, я полез наверх. Так, сюда же можно забраться? Да. Еще как. Можно. Только что это дает. А, еще выше. Ну, здорово. Сейчас, может быть, даже что-нибудь и ограбим. Так. Окей. Я почти добрался. А где стража? Кто ходит? Ну, кто-то явно ходит, и причем в том переулке. Или нет? Как тихо на улице. Нет, это вот стража за моей спиной. Так, по-быстрому. Ну что же, готовы? Итак, заказ, ручная работа, поехали. Ателье Альфонсо. Если верить Эктору, механическая рука для чесания спины здесь.
Умоляю, сэр, мне некуда идти. Если через 3 секунды ты еще будешь здесь, проведешь ночь с угрями. Ухожу, сэр, ухожу. Найти бы дурачка, с кем сыграть, и неделю жить безбедно. Ух, очень его насторожило мое резкое действие. Дверь скрывается, нет, пожалуй. Ну, в этом переулке чисто. Что ж, давайте попробуем сейчас его обокрасть. Yes. Есть еще способность быстро забирать сразу несколько кошельков. Это, я думаю, было бы очень полезно. Посмотрим. Я просил у гриедов об одежде, а не о гнилых обносках. Что это за пятна? Даже портной нашел способ получать доход от мрака. Она заражена. Не буду я платить ни гроша. Ладно, тогда мы посмотрим, что у тебя есть ценного. Стойте, стойте! Не спешите. Я найду, чем заплатить. Давай поживей. Ищет он, значит. Так, и перед заданием, конечно же, перед заказом посмотрим, какие здесь есть у нас условия. Мы можем получить бонус за то, что будем невидимкой. Это интересно. И несколько ценных трофеев. Тут что-то не так. Ну, я не думаю, что в заказах я буду все ценные трофеи собирать. Все-таки гораздо интереснее это делать в сюжетных главах. Ну что же, полезли дальше. Неужели прям в переулке кто-то у нас храпит? Ну-ка за угол заглянем. А, там маг еще один, что ли? Да, круто. Ну, как всегда, свечка зажжена, а в жилище никого нет. Это только на руку. Так, нет места. О-о-о, медальон. Дешевая штука. Так, что еще? Что еще? Да не может быть такого, чтобы здесь больше ничего не было. Ну, для стеклотара у меня места нет. Да вы смеетесь, правда, что ли? Смотрите-ка, и прям тут только этот медальон был. Ну что ж, еще концентрации немного. Кто-то меня уже успел запалить. Давайте посмотрим на этого героя. Надеюсь, это не мрак. Ну, там был этот Альфонсо, насколько я понял, и какой-то еще чувак, который пришел за оплатой. Так. Черт их. Дери. Похоже, первый я нашел трофей. Сейчас я посмотрю, меня смущает то, что кто-то где-то ходит. Ага. Вот он. Успею. Надеюсь, один. Быстрее, 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 быстрее! Посмотрим на этот документ, контракт с угриедами. По рукам Альфонса, мои угриеды будут доставлять тебе ткань 2 раза в неделю. Может больше, в зависимости от того, сколько сами получим от наших людей в страже. С тобой приятно иметь дело, Т. Случай, мне сюда кто-то зашел? Ага, вот он пришел. Наш золотой. Где он прячет монеты? Быстрее, 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 быстрее! Я голодный, как...
Как кто? Птиц нет? Что-то я сразу не посмотрел. Так, ну ладно, тут сейчас забьюсь. Может, я сегодня посплю. А, его еще обокрасть? Обокрасть можно.